Добрый вечер. Сегодня будет видео совсем короткое, но я его снимаю для тех моих подписчиков, которые просили рассказать рецепт овсяного киселя. Да, то есть в литровую баночку, как я делаю, засыпаю примерно треть овсяных хлопьев. Ну, самые дешевые я такие покупаю в прозрачных пакетиках. И заливаю где-то по плечики холодной водой. Сейчас они маленько у меня распухли, поэтому кажется, что наполовинку. Заливаю холодной водой и оставляю для брожения где-то на двое суток. Но если вы хотите свой киселек поесть раньше, значит, можно опустить ржаную корочку хлеба. Ну вот я сегодня без корочки, потому что я это делаю регулярно, и оно у меня как бы настаивается побыстрее, потому что я, когда сливаю киселек, ложечку из предыдущего отвара добавляю в новый. Значит, двое суток у нас стоит, выдерживаем. Далее мы сливаем все содержимое на дуршлаг, даем стечь всей жидкости, а хлопья откидываем, просто за ненадобностью. Далее, вот смотрите, я все процедила, ложечкой отжала хлопья, у меня вот такая получилась прозрачная, вернее, она даже не прозрачная, а такая вот, как молоко, жидкость. Все, я хорошо это так вот перемешала. И сейчас буду варить на медленном огне, постоянно помешивая. То есть до консистенции, когда появятся первые бульки. Но помешивать обязательно надо, друзья, потому что он пригорит, наш киселек. Ну, сейчас я просто вылью в кошечек и буду варить до загустения. Варим до первых булек, то есть как начинает закипать, сразу снимаем с огня, но при этом постоянно помешиваем. Вот эти вот такие вот, видите, вот как будто бы грязинки, это я посолила адыгейской солькой. Просто обожаю эту сольку, и вот я ее посолила. Видите, уже начинает закипать, вот. Уже начинает так вот прибулькивать. Видите, вот сейчас он так начинает маленько пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. И все, я сливаю. И он будет как холодец. Ну, по тарелочкам разливаю. Вот, видите, немножечко. Все, уже вот-вот, все. А вот что получилось на выходе. Вот такой как холодец. Он застыл, плотненький. А сверху я полила горчичным маслом. Можно полить и маслом с запахом. Ой, он очень вкусный, друзья. Я вас уверяю. И кто любит овсянку, я думаю, что овсяный холодец придется ему по душе. Ну что, а я с вами прощаюсь. Всех вам благ. Остаемся с вами, Лариса и Сергей. Всего вам доброго. Самое главное, мирного неба над головой и здоровья. Пока-пока.